Здравствуйте! В эфире программа «Пределы возможного». С давних времен люди мечтали о покорении звездного пространства. В 1961 году свершилось то, о чем мечтали многие фантасты и серьезные ученые. Человек разорвал оковы земного тяготения и совершил полет в космическое пространство. С развитием научно-технического прогресса у нас появилось больше возможностей осваивать космос. Но как далеко мы сможем заглянуть в него? Поговорим об этом дальше. После запуска первого в мире искусственного спутника всем стало ясно, что полет человека в космос – дело не столь отдаленного будущего. И у НАСА в США развернулись работы по созданию пилотируемых космических кораблей и не только. Эксперименты по выживаемости человека в космосе ставились еще и на заре космической эры. Институт медико-биологических проблем был специально создан под руководством известного академика Газенко. С начала 60-х годов проводили эксперименты по длительному содержанию человека в зоне, откуда он не может общаться с окружающим миром. Зона была полностью замкнута, там создана экологическая система, соответственно, то есть окружающая среда как бы подавала кислород, давление, влажность, воздух, все, но общения никакого, только по радио, как в космическом полете. Надо сказать, что мы раньше американцев это сделали. В 90-е годы американцы осуществили в Аризоне проект, который называется «Биосфера-2». Цифра 2 в названии проекта была призвана подчеркнуть, что «Биосферой-1» является Земля, в то время как «Биосфера-2» представляла собой сооружение, моделирующее замкнутую экологическую систему. По расчетам исследователей, в отдаленном будущем именно такие системы могут быть полезны, как автономные поселения в космосе. Поэтому главной задачей проекта стало выяснить, сможет ли человек жить и работать в подобной замкнутой среде. Лаборатория «Биосферы-2» была спроектирована так. Она представляла собой сеть герметичных зданий общей площадью 1,5 гектара из легких материалов. Они разделялись на несколько независимых экосистем, покрытых стеклянным колпаком, пропускающим около 50% солнечного света. Внутреннее пространство было разделено на 7 блоков, среди которых имелись тропический лес, миниатюрный океан с необычным химическим составом, пустыни и даже саванна. Гигантские легкие должны были регулировать внутреннее давление таким образом, чтобы оно соответствовало наружному. Это сводит к минимуму утечки воздуха. Очень тяжело создать искусственную вот эту систему «Биосфера-2», потому что, допустим, первое время не было ветра, деревья, которые там росли, стали гнить. Они не проветривались, и так далее. Какие-то микроорганизмы стали появляться новые, которые в обычных условиях, когда все проветривание, обмен идет. Там вот были такие вещи. И в течение года они там жили. Выяснилось, что психологическая совместимость имеет огромное значение. 8 человек, 4 женщины и 4 мужчин пробыли в «Биосфере-2» около 2 лет. Они поддерживали связь с внешним миром только через компьютер. Вместе с людьми на базе находились 3000 видов растений и животных. Через пару недель одна из участниц эксперимента отрезала себе палец при работе на сельскохозяйственном оборудовании. Попытки пришить палец окончились неудачей, и участнице пришлось покинуть эксперимент. Довольно быстро команда разбилась на 2 противоборствующие группы. Это сильно мешало нормальному ходу исследований. Известно, что даже спустя 20 лет группы избегают встреч. Все эти эксперименты проводились в 2 этапа. Первый закончился неудачей. Люди сильно потеряли в весе. Количество кислорода снизилось до 15%. После окончания эксперимента в 1994 году началось 3-годичное восстановление огромного комплекса. За это время спонсоры отказались от проекта, признавая, что он не принес ожидавшихся результатов. В начале 1996 года «Биосфера-2» была передана под надзор ученых из обсерватории Земли при Колумбийском университете. Они решили прекратить эксперимент и удалить из сооружения людей, поскольку было неясно, как решить проблему питания и сохранения неизменного состава воздуха. Ну, что касается психологической совместимости, американцы, как всегда, они что сделали, кричат на весь мир, что они первые. Психологическая совместимость людей в предлительном полете в космосе впервые была исследована нами, как раз нашими учеными, именно академиком Газенко. Более поздним и наиболее успешным экспериментом по имитации пилотируемого полета в космос можно признать проект «Марс-500». Он был проведен Россией широким международным участием. Во время эксперимента 6 добровольцев находились в замкнутом комплексе 519 дней. Эксперимент был максимально приближен к реальному пилотируемому полету на Марс с возвращением на Землю. Стоимость проекта оценивается в $15 миллионов США.
Первые два этапа проекта были успешно завершены к середине 2010 года. Реализация третьего этапа, собственно, полет, началась 3 июня 2010 и успешно завершилась 4 ноября 2011 года. Пилотируемый полет на Марс должен произойти в первой половине 21 века. Такая миссия требует огромных финансовых затрат и обременена большими техническими проблемами, так как она из-за большого расстояния между Землей и Марсом продлится больше года. Неизбежный аспект миссии – это то, что все время команда из 6 космонавтов должна жить в замкнутом помещении. Это может быстро привести к напряженности внутри команды, тем более, что рутинная техническая работа, которая будет поступать во время всего полета, и скука могут стать серьезными проблемами. Проект «Последний Марс 500», он был направлен и на изучение продолжение изучения психологической совместимости, и работу вот искусственной экосистемы, которая, если, допустим, здесь у нас, да и та же «Биосфера-2», что-то не так, людей вывели. Вот в «Биосфере-2» с двумя, по-моему, членами вот этого сообщества, экипажа людского, который там был, двоих вывели до окончания срока, потому что они психологически не выдержали в замкнутом пространстве общаться с одними и теми же людьми. А в космос никуда не выйдешь. Проект, он закончился, вот, 2 или 3 года назад он закончился. То есть это современное, сейчас его результат обрабатывают, там очень много нужно выяснить, чтобы. Вот эти эксперименты, которые заканчиваются пока Марсом 500, это что же? Эксперименты шли первые на то, чтобы выяснить, смогут ли люди находиться на космической станции. Значит, орбитальная космическая станция, знаете, прекрасно. Проектировалась все Королёвым. Еще Гагарин летал, Королёв уже проектировал обитаемые станции. Поэтому вопрос был всегда актуальный. В 1984 году президент США Рональд Рейган объявил о начале работ по созданию американской орбитальной станции. В 1988-м эта проектируемая станция была названа «Freedom». В то время это был совместный проект США, Канады и Японии. Планировалось, что это будет крупногабаритная управляемая станция, модули которой доставят на орбиту кораблями Space Shuttle. Однако к началу 90-х выяснилось, что стоимость разработки проекта слишком велика, и только международная кооперация позволит сделать такую базу. СССР, уже имевший опыт создания и выведения на орбиту станции «Салют» и «Мир», планировал в начале 90-х создание еще одной станции «Мир-2». Но из-за экономических трудностей проект был приостановлен. 17 июня 1992 года Россия и США заключили соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса. В соответствии с ним Российское космическое агентство и НАСА разработали совместную программу «Мир-шаттл». В ходе реализации этого проекта родилась идея объединения национальных программ создания орбитальных станций. Первую станцию, насколько я помню, называлась «Алмаз». Это была военная станция. Ее не позиционировали как орбитальная станция. Был спутник «Алмаз». Но что-то там не заладилось, и экипаж на него не послали. Но американцы подняли шум, когда они после этого запустили свою первую орбитальную станцию «Skylab». Оно у них год-полтора просто существовало. Ну, в общем, такой опыт у них был положительный. Ну, затем их затопили. А потом уже пошли наши салюты, потом «Мир». И материал, который набрали на салютах «Мир», он является уникальным. И Международная космическая станция, очень многие параметры этой станции, условия функционирования и параметры взаимодействия международных вот экипажей, это все взято по наработкам наших космических станций. Несмотря на то, что они были поменьше, и ресурсов, понятно, было поменьше, это международная станция, но базу создали мы. Кстати, как известно, первой женщиной, полетевшей в космос, тоже была русская. Совсем недавно, в середине июня, в Ярославле по этому поводу прошли торжества. Ведь ровно 50 лет назад Валентина Терешкова совершила полет в космос. Накануне юбилей проводилась научная конференция на тему, что космос дает людям, на которой как раз выступал Крикалев, и часть приезжих ученых, которых пригласили. Ярославль – великолепный образовательный центр, построен благодаря энергии Валентины Владимировны Терешковой, с планетарием, с обсерваторией. 16 июня в Ярославле состоялось празднование этого события. Присутствовало порядка 10 космонавтов – Терешкова, Леонов и Быковский. Первый раз в жизни Буковский появился на Лёне. Так он обычно не участвует. Ну и много достаточно молодых космонавтов. Начальник Центра подготовки космонавтов Сергей Крикалёв. Мне повезло так, в общем, в жизни общаюсь с космонавтами. Но обычно они как-то стараются о трудностях своей работы не рассказывать.
Вот. Ну, рассказывают обычно шутки всякие, как, допустим, там кому-нибудь в карман вода в космосе, в невесомости, понимаете, форму шара. Ну, возьмут и ступ в карман кому-нибудь. Вот. И она видит шар там в кармане, вот смеются. Такие вот вещи. Вот. О трудностях они стараются не рассказывать, говорят, что трудности должны быть, и они их успешно преодолевают. На конференции в Ярославле обсуждались многие проблемы и достижения, касающиеся освоения космического пространства. Пожалуй, одно из наиболее весомых российских достижений – запуск в 2011 году первого гидрометеоспутника на геостационарную орбиту, благодаря которому мы имеем возможность изучать глобальную погоду Земли. Сейчас идут планомерные исследования. Что касается сенсаций, то они относятся пока не к погодным условиям Земли, а к нашему космическому соседу Марсу. Совсем недавно марсоход Curiosity нашел на Красной планете новый загадочный объект, чем-то похожий на цветок. Не помню, чтобы что-то такое сенсационное открывалось, как на Марсе. Вы помните, да? То лицо, то пирамиды. Сейчас какой-то цветок. Заявили, что аппарат на Марсе американский сфотографировал. Там, скорее всего, просто кусочек какой-то то ли обшивки, то ли купол, под которым была станция, как только приземлилась. Типа пластика. Она по нему проехала, размяла, а потом отъехала в сторону, сфотографировала, а там вид вроде как цветок. Ну, вот ажиотаж такой. Нет, насчет Земли я не помню, чтобы таких сильных был ажиотаж. Сегодня у ученых появляются все новые и новые данные. Астрономия получила волновые приемники с выходом в космос. Это дает возможность продвигаться к границе видимой Вселенной. Все это говорит о том, что мы стоим на пороге величайших открытий. Выводы ученые, конечно, публикуют для нас, для дилетантов. Ну, скажем так, что такие изменения свойств пространства времени, если предполагать, что их можно каким-то образом использовать, они являются как бы тоннелями между различными вселенными. То есть, если, допустим, мы видим нашу вселенную, мы в ней находимся, а может, еще какие-то есть вселенные, и между ними можно через эти кротовые норы перейти. Но это для нас, для обывателей. На самом деле, все намного серьезнее, сложнее. Очень много работ посвящены различным версиям теории струн. Они сегодня рассматриваются в качестве главных претендентов на звание всеобъемлющей универсальной теории, объясняющей природу всего сущего. А это своего рода священный грааль физиков-теоретиков, занимающихся теорией элементарных частиц и космологией. По теории струн сейчас настолько стало достаточно широко применяться. Процесс во Вселенной в глобальном масштабе, в масштабе, ну, 14-15 миллиардов световых лет вот на таких расстояниях до границ Вселенной. Процессы можно представить как бы волнообразно происходящим, как имеется одна натянутая струна по всей Вселенной, и вот она колеблется. И процессы, которые вдоль этой струны, они происходят с какими-то периодическими, ну, с каким-то периодом достаточно длительным, и в разных частях Вселенной по-разному. Если пытаться вот эти частоты изучать, колебания этих мифических сторон, это мифические, не настоящие, то можно каким-то образом понять процесс, который происходит, допустим, в далекой галактике. Сейчас перед учеными стоит основной вопрос – как объединить астрофизику и физику элементарных частиц? Если удастся создать такую единую теорию, о которой, кстати, мечтал еще Эйнштейн, у нас получится узнать о мире гораздо больше. Возможно, мы наконец поймем, как на самом деле устроена Вселенная и что ждет человечество в будущем. Твой обычный день в офисе. И ты, как всегда, загружен работой. Документы, звонки, отчеты. Опять звонки. Пора бы сделать и перерыв. Оторваться от бумаг и посмотреть на что-нибудь приятное. На собственного ребенка, к примеру. Ну, или на собственную машину. Что, что-то не так? С ребенком или с машиной? Ага, ты все-таки вспомнил. Детское сиденье. То, чего так давно не хватало твоему автомобилю. Ну и твоему спокойствию, получается.